тоже людей русских прям на улице убивали. Да, убивали, я свидетель. Особенно на Пасху христианскую трех женщин, вообще случайных, не имеющих отношения ни к каким военным, ни к чему. Они на Пасху пришли за едой, убили прямо вот рядом с продуктами. И женщины долго умирали, мучились, никто не вызывал помощи. Забрали их сумки, выдернули из ушей серьги. Да, просто убивали. Вот здесь у нас сейчас, где я живу, сейчас тут в Ленинском районе, бывшая, ну как Сахалин называют, где 9-я больница была, Северный базарчик. Две женщины шли, купили продукты и шли домой, разговаривали по-русски. Ребята просто сидели там около, ну, около двора где-то, пистолет вытащил одну и вторую. У меня знакомая одна, ну тоже фамилию я ее не помню, Валя ее звали. Пришла как-то, я говорю, а Валя где? А это ее убили, говорит, вот дня два назад.